МЧС России по Алтайскому краю предупреждает о резком ухудшении погоды. Сегодня в регионе ожидается мокрый снег, метель, туман, на дорогах гололедица. В южных районах края ветер с порывами до 22 метров в секунду. В конце недели в регион вернутся морозы. В ночное время ожидается до минус 27 градусов. Спасатели рекомендуют на время воздержаться от дальних поездок, не ходить под рекламными щитами, балконами, деревьями. При возникновении опасной ситуации звонить по номеру 101.